Муниципальное предприятие «Горэнерго НТ» в рамках подготовки к отопительному сезону ведет замену сетей в Дзержинском районе. Работа началась с некоторой задержкой. В связи с процедурой банкротства предшественника «Горэнерго НТ» предприятия «Горэнерго». В связи с тем, что предприятие организовалось только с 1 июня, и учитывая все законодательные требования по приобретению материалов, по подготовке ко всему, у нас очень мало времени на непосредственное выполнение работ. Практически месяц-полтора. На вагонке необходимо заменить 4 километра тепловых сетей, половина из которых магистральные. Все необходимые материалы уже в наличии. Финансирование «Горэнерго НТ» стабильное. Дополнительные средства выделены из регионального резервного фонда по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйбышева. Коллектив муниципального предприятия готов к выполнению поставленной задачи – завершить запланированное до начала отопительного сезона.